Вот сказку. Ну, я когда в детдоме еще был маленький. Вот о рыбаке и рыбке там. Там дедушка мне вот закинул, рыбку поймал. Она ему говорит, я сделаю все тебе, только отпусти меня. Ну, он ее, короче, выпустил. И к бабуле приходит, а бабуля говорит, о, что ты не мог у нее попросить там. Он у нас крыта старая, она. А он ее просто отпустил, эту рыбку. Говорит, да, бегай. А короче, я в этой сказке одно только понял. Там крыту внедрял, потом она до такой жадности, давай еще, 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 еще. И в итоге она раз, короче, опять же у разбитого крыта осталась. А суть этой сказки в чем? Ну, видать, кто ее сочинил, он человек этот действительно. Вот так. У нас в итоге тоже вот так же делается. Вот все красиво делается, делается, делается. И, а в итоге опять мы, ну, в корыте очутимся. Вот. Только мы не в корыте очутимся, а мы уже в аду все будем. Ничего уже не будет. Вот все это прекрасное вот так. Так что не надо стремиться так, все прекрасно. Ну, это просто, вот как я живу, и все, вот. Я первый человек в этом мире. Вот так надо всем жить. И все. Вот, говорите, дрова. Вот дрова, я вот прошелся вот с километра, да, сусняк. Вот весь собрал, и мне хватило на зиму. А потом он через год опять сусняк появляется. Ну, не знаю, как он появляется, этот сусняк. Но главное, он все время появляется. Опять год проходит, опять сусняк. Опять год проходит, опять. Короче, оно бесперестанно. Вот. А если ты возьмешь дерево, все унесешь, тогда ни сусняка, ничего не будет. Тебе дерево само даст сколько надо, столько и даст тебе топливо. Оно постоянно, потому что растет, растет, растет. Ветки отсыхают, старые падают, новое появляется. Вот вот так надо. А не так дерево срубил и все. А у нас все вот. Вот. Вот такая система. Да. Губим все, да. Жалко природу. В этом мире, да. Все исчезает. Все виды животных, все исчезает. Да. Да и... Скоро вообще и говорить-то уже я не стану. Потому что оно... Бесполезно все это говорить. Это как? Сказал, все улетело. На... Вы скажете, о, ты живешь туда-сюда. Ничего, конечно, не делал. Живешь паразитической жизнью. Да я, если так разобраться, да, я столько натрудился, да, вот стаканы взять, 20 стаканов собрать, всех вместе. Они столько не сделали, сколько я сделал работы на это. Вы скажете, я деревьев не садил. Я деревья столько посадил. Это целый лес. Поэтому будешь лесу идти и заблудишься. Вот столько лесу я посадил. А если не верите, есть вот такие. Вот раньше мы садили. Вот так воткнешь, раз. Мы вдвоем садим один елочку. И елочку, раз. Потом раз и закапываешь вот это. А она такая, такой инструмент. Вот тут железо. А тут вот так палочка, да, и втыкает, и вот так идешь, и вот идешь там километра два-три, сажаешь этот лес, полосу, вот каждый. Когда, это я маленький был, вот мы садили эти деревья. А потом, когда глянул, вот лет сколько уже, прошло вот 30 или 40, да, где-то лет, я глянул на свой лес. Я уж удивился. А потом смотрю, этот лес пилят на жерди. Вот. Уже пилят этот мой лес, уже на жерди пилят. Заборы себе делают. Вот что люди делают. Я садил, я лес этот не имею срубить. Вот. А другой кто-то имеет дело срубить. Вот. После этого делай добро людям, а? Так как людям добро делать? Если ты же посадил, у вот. А ты скажешь, что это я лес, да тебя просто грохнут или еще, что ты этот лес посадил. Как ты неправильно говоришь, это не ты садил, да и тебя никто не поверит. Вот. Короче, я с детства пахал,
самого с детства я знаю, что такое труд и что такое. И пахали мы вот маленькими ручками поля. Вот помню, в колхозе мы работали, я помню. Мужики нажрутся, напьются. Нас, детей маленьких, маленькие дети, поля заставляли убирать. Мы, вот уже такой снег, руки мерзнут, все, и машины, газончики, грузишь это, там, для скоты, калика, что ли, как называлось, капусту, мороженое, все, вот грузили, вот хранилище, чтобы сохранить. Вот этими ручонками мы маленькими поляса, а эти взрослые нажрутся самогонки, ни хрена ничего не убирают, все заброшено. Председатель к нам приедет, он аж плакал, этот председатель мужик, он болел за эту землю. И вот директору этому детдома придет, говорит, дайте мне, ребят, говорит, поля не убраны, это не убрано. И вот мы это убирали все, вот так трудились мы, пахали на, от и до пахали на. Ну, из этого нам, правда, мед, молока в детдом привозил, хлеб хороший, свежий привезет. Он беспокоился об нас, вот, ну, как об детях, действительно, этот один мужик, председатель такой хороший был. А вся деревня пьянствует, некогда им поля убирать. Вот наш детдом 200 человек и убирал это все, вот эту систему. И все вот на маленьких, вот, ну и сейчас такая же система делает. Кто-то что-то там гуляет, а все на маленьких, все маленькие делают, дети, вот. А взрослый что, что его заставит работать что ли? То он не будет работать. Ему нажраться, напиться надо.